Здравствуйте, в эфире программа «Знай наши» и я ведущая Анна Лапов. Сегодня мы совершим гастрономический тур в одно из лучших заведений Могилева – «Латук». А также узнаем, почему покупать мебель в Бобруйске выгодно. В Могилевской области насчитывается более 30 ресторанов. У каждого свои изюминки и свои особенности. Сегодня я вас приглашаю в ресторан, который удивляет уже с названием. Добро пожаловать в ресторан «Латук». Латук – это травянистое растение, один из видов салата. В Древнем Египте его ценили за особый вкус. Считалось, что он достоин только стола царей. Греки использовали латук в качестве лекарственного растения, а римляне – в качестве возбуждающего аппетит блюда. Виктория, меня интересует, в каком стиле вообще интерьер ресторана выполнен? Наш интерьер выполнен в смешанном стиле, то есть в нем присутствуют как европейские ноты, так и национальный колорит, естественно. Вот, обратите, пожалуйста, у нас есть поленница. Ребят, не поверите, там настоящие дрова лежат, действительно. И вот этот вот запах. Который... Да, аромат многие отмечают гости и очень нравится им. Четкие линии, светлые цвета мебели, слегка тусклый свет и прекрасно подобранные детали декора воссоздают особую атмосферу домашнего вечера, когда вы находитесь в компании добрых друзей. Особенность интерьера. Как вы видите, у нас есть фуршетная зона. Наш гость, если кто-то спешит, либо торопится, может здесь быстро выпить чашку чая, либо кофе и побежать дальше по своим делам. А еще... В ресторане есть мягкая зона. Она рассчитана на 4 человека. Здесь можно уютно отдохнуть, отведать блюда нашей изысканной кухни, а также пообщаться по деловым вопросам. Виктория, а эта зона как называется? Эта зона идеально подойдет для романтических встреч, чтобы влюбленные смогли пообщаться и окунуться в уютную атмосферу нашего ресторана. Кстати, в ресторане предусмотрено 2 режима подсветки – дневная и вечерняя. Проверено. При свечах и приятной ненавязчивой музыке вкус фирменных блюд чувствуется по-особому. А на какой кухне специализируется ресторан? Специализируемся на европейской. В нашем меню есть блюда и итальянской, и французской кухонь. Ну и, естественно, национальное меню белорусской кухни. Действительно, меню ресторана пестрит разнообразием. Представьте себе, оно насчитывает более 40 позиций. Это горячие и холодные закуски, всевозможные салаты, блюда из мяса, паста и ризотто, горячие блюда из рыбы. Особое внимание заслуживает десерт. Любителям чизкейков здесь есть чему удивиться. Винная карта тоже впечатляет. 50 позиций. Кофейная – 10 видов бодрящего напитка. К слову, меню в ресторане обновляется каждый сезон. К нам ходят люди, которые в первую очередь хотят получить качественное обслуживание и отведать нашей хорошей кухни. Поэтому стоимость чека на одного человека колеблется от 300 до 500 тысяч рублей. Рассчитаться за заказ можно как с наличной, так и с помощью пластиковой карты. Теперь о работе официантов. Судя по отзывам на официальном сайте и моим личным впечатлениям, они на высоте. Оказалось, что курс молодого бойца не проходит на все 100%. В течение 2 недель они изучают наше меню, изучают этикет, пытаются быть стрессоустойчивыми. То есть что, это специальные курсы делают? Ну, конечно, мы проводим прямо здесь в ресторане, обучаем. То есть... Ситуацию создается? Конечно. Все очень серьезно. По-другому, собственно, быть и не может. Хороший ресторан делает все, чтобы гостям заведения было комфортно. Наши посетители могут пользоваться Wi-Fi бесплатно, естественно. Также каждому празднику мы готовим им комплименты. Ну вот, например, на праздник Пасхи мы угощали всех пасхальными куличами. Ну, это, естественно, все тоже бесплатно. А какие акции будут в ближайшем будущем? Будут акции к празднику, мы будем продолжать эту добрую традицию, а за всеми новостями и обновлениями следите на нашем официальном сайте в интернете. Экомебель – это современное белорусское предприятие, которое вот уже 15 лет радует покупателей качественной, красивой и вполне доступной по цене мягкой мебелью. В Бобруйске есть 2 фирменных магазина «Экомебель» по адресам Ульяновская, 49 и Дзержинского, 54.
Я слыхала, что здесь можно на свой вкус купить любую мягкую мебель. Да. Скажите, пожалуйста. Можно подобрать любой уголок, любых размеров, выбрать любую ткань, наполнение. То есть у нас обширный выбор ткани, качество, цвета. Очень интересно, я не у всех видела такую ткань. Это у нас подушечки, они сделаны из поролона, то есть форму подушек вы можете выбирать, форму подлокотников, то есть мы не останавливаемся на одном конкретном чем-то, то есть у нас большое разнообразие. Название «Экомебель» выбрано не случайно. Производство ведется только из экологически чистых материалов и сертифицированных комплектующих. Все модели имеют функциональные и надежные элементы трансформации и прочные внутренние детали из массива древесины. В основу наших диванчиков входит массив сосны, это, как правило, как всегда, фанера. Также ложится кокосовая кора, то есть есть пружинные блоки Банель, есть независимое ортопедическое основание. Мы по желанию клиента делаем любое наполнение, то есть какие-то дополнительные, если человек захочет, ну, пожалуйста. Впечатляет и краткость сроков изготовления – 5-7 дней. Дополнительная услуга – бесплатная доставка в любую точку Бобруйска. Но на этом приятные бонусы для клиентов не заканчиваются. В нашем магазине также проходят ежемесячные акции на определенные модельки диванов. Прямые, угловые. В данном случае тахта детская сейчас. Можно рассчитываться по карте Халве. Также есть кредит и рассрочка. Фирма «Экомебель» не только дает двухлетнюю гарантию на свою продукцию, но и осуществляет гарантийное обслуживание своих клиентов. В наших магазинах также выставлена корпусная мебель различных белорусских производителей. Так, на примере вот кухни – это «Сапермебель», бобруйская наша фабрика. То есть делают неплохие кухоньки и доступны по цене. Весь ассортимент моделей, условия оформления заказов, акции и скидки представлены на официальном сайте частного предприятия «Экомебель» www.ekomebel-rb.by и в магазинах города Бобруйска по адресам улица Ульяновская, 49 и улица Дзержинского, 54. Если вы внимательно смотрите нашу передачу, значит, уже следующий выпуск вы будете смотреть, сидя на новой тахте после приятного ужина в ресторане. А на сегодня у нас все. Это программа «Знай наше». До новых встреч!